А знаете ли вы, как появились коньки? Как рассказывается в античной истории, самыми древними конькобежцами были кемерийцы, кочевые племена, жившие 500 лет до нашей эры на территории нынешнего Крыма. Их коньки были костяными и катались древние кемерийцы на поверхности замерзшего Днепровского лимана. Костяные коньки использовались несколько веков спустя и в Великобритании, о чем рассказал монах Стефаниус в XII веке в своей книге «Хроники знатного города Лондона». В XIII веке в Голландии и Исландии на смену костям животных пришли деревянные бруски, в которые вставляли металлические заточенные полоски, что можно считать прообразом современных коньков. В начале XVIII века деревянные бруски стали заменять настальные трубки. С XIV века и до конца XVII коньки прикреплялись к подошве обуви веревками и ремнями. В истории известен случай, когда царь Петр I поразил голландцев своим неординарным решением. Он привинтил коньки прямо к сапогам и лихо заскользил к верфи, где обучался корабельному делу. Первые же беговые коньки для конькобежцев с тонким лезвием сконструировали в 80-х годах 19 -го века норвежцы Вернер и Паульсен. В 1892 году другой норвежский конькобежец усовершенствовал их конструкцию, вставив в стальную трубку полосы стали. Это изобретение является прообразом тех коньков, которые существуют в мире по сей день. Делись этим видео с друзьями. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.